Поля и фермы приведены в порядок на зиму. Можно подводить предварительные итоги. С полей убрали практически все зерновые культуры. Осталось по 2000 гектаров кукурузы и сои. Вспахано более 11 тысяч гектаров зяби. После сбора урожая сельхозпроизводителям нужно реализовывать свою продукцию. Для этого администрация города предоставляет бесплатное место на ярмарке в центре города. Теперь также аграрии могут оформить разрешение на установку нестационарных торговых объектов. Ларьки и павильоны помогут фермерам реализовывать свою натуральную продукцию. В объеме заявлений это на 26 торговых мест. Разрешение уже получено на 13 торговых мест. Значит, в работе находится 3 дела. И по 10 отказано, потому что там есть определенные требования по размещению этих объектов. Если они где-то не соответствуют, то объекты эти не разрешают ставить. Самый наболевший вопрос – трудности в предоставлении и оформлении земель сельхозназначения, а также ввод в эксплуатацию строений, которые предназначены для ведения хозяйства. Для урегулирования таких проблем необходимо продолжать регулярные встречи, а определенные вопросы решать в личном порядке. Екатерина Рехтина, Игорь Антонов, Телемикс.